Наша экспедиция уже в Европе. Мы попали сюда на пароме из Марокко, пересекли Гибралтарский пролив и очутились в городе Гибралтар. Это мини-Монако. Очень лакшери место с казино, ресторанами и дорогими отелями. Следующая остановка была Валенсия. Мы пересекли всю Испанию и ушли в горы Андорры. К сожалению, ритм нашей экспедиции не позволяет нам подолго задерживаться в каждом месте, поэтому из Андорры, находящейся в Пиренейских горах, мы перепрыгнули сразу во французские, а потом и швейцарские Альпы. Компактность Европы ощущается, когда едешь через нее. Буквально за час мы проехали Лихтенштейн и Австрию вместе взятые и выехали на автобаны Германии, которые привели нас в столицу Баварии Мюнхен. А дальше Чехия, Польша, Беларусь и дом.